Вы иллюстратор? Да. Вы весь в грязи. На меня напал полуторатонный бык. О! Я предлагаю вам постоянную должность. Вы уловили нечто в кошках. Возможно, потому что вы сами отщепенец. Я рисую, чтобы обеспечивать 5 сестер, с которыми живу. И мы наняли гувернантку. Мне кажется, ты первый человек, увидевший, что кошки уморительные, напуганные и смелые. Как мы. Мисс Ричардсон оказывает благоприятное влияние на нашу семью. Вы что-то рисовали? Вам смешно, мистер Уэйн? Вовсе нет. Спецвыпуск Луиса Уэйна! Смотрите, это он! Вы человек-кот? Человек-кот. Целый кошачий мир. Кошки посиняют и будут говорить на нашем языке. Вы сказали, посинеют? Да, конечно. Ух ты! Что же там в твоей странной голове? Электричество. Беспокоюсь я за тебя. Я чувствую электричество. Мистер Уэйн, я здесь, поскольку ваша сестра озабочена вашим здоровьем. Все из-за этих твоих драных кошек и своей нравной, обреченной, аморальной интрижки. Как вам удалось создать картины столь жизнерадостные, столь тяжелые времена? Я не знаю. Главное, помни, как бы тяжело ни было, как бы сильно не хотела сдаться, в мире много красоты, и ты можешь уловить ее, Луис, и поделиться со всеми, с кем только сможешь. «Кошачьи миры» Луиса Уэйна. В кинотеатрах с 21 октября.